Вылизанные до асфальта дороги и заваленные снегом трамвайные пути. Такую картину уже пару дней наблюдают пассажиры челябинского горэлектротранспорта. Мы попытаемся выяснить, почему дорожные службы не уделяют должного внимания расчистке путей и как это осложняет жизнь водителей. После январского коллапса, когда из-за неубранных сугробов движение трамваев практически парализовало, сегодняшняя ситуация с очисткой рельсов кажется даже вполне сносной. Правда, несмотря на отсутствие видимых завалов, качественной уборкой путей в Челябинске все равно не пахнет. На многих участках колеса электротранспорта на несколько сантиметров утопают в снежной колее. Где-то вот чищено, где-то нет. Кажется, поэтому трамваи могут с рельс идти. Конечно, нет, вон, элементарно. То есть рельсы все в снегу, все в сугробах. Такого не было, по крайней мере, раньше никогда. Первый год так. Челябинцы нерасторопность уборщиков связывают с большим количеством осадков. Хотя самый крупный снегопад случился еще в прошлом году. При этом в случае необходимости расчистить пути самостоятельно возможностей у водителей просто нет. У нас единственный, у нас ломик, который только чистит стрелочку, когда вот этот вот снегопад, стрелочки у нас снегом засыпались. Мы бывало минут по 20 только одну стрелочку чистили. При этом с начала года челябинские ленты новостей пестрят сообщениями о регулярных сходах вагонов с рельсов. Сами сотрудники сомневаются, что виной тому несвоевременная очистка. По мнению некоторых, зачастую это связано с обветшанием путей и с водительским опытом. Ведь чтобы вписаться в остановку, приходится тормозить заранее. Раньше начинает тормозить и плавнее. Для улучшения сцепления колес с рельсами песок подсыпать на рельсы. Но опять же, когда снег на рельсах, это не сильно помогает. Почему водители электротранспорта вынуждены в одиночку справляться со снежной стихией? Мы спросили у руководства ЧелябГЭТ. Но с ответом, как и с расчисткой рельсов, там пока не торопятся. Будут ли трамвайные пути когда-нибудь сверкать так же, как и автодороги, расскажем в других выпусках. Наталья Петрухина, Дмитрий Решетников, 31 канал.